кетчупом по автохамству. В Красноярском микрорайоне Покровске владельца дорогого джипа, который загородил вход в кафе, наказали неизвестные. Машину не испортили, но водителю придется изрядно повозиться с помывкой. Иномарки щедро залили все ручки дверей томатным соусом и засыпали весь корпус мукой. Видимо, каратели уверены, что таким образом научат автохама вежливой парковке. Необычное ДТП произошло в другом красноярском микрорайоне. На взлетке машина сбила подростка, который переезжал дорогу в продуктовой тележке. Пассажиры сетчатой повозки катили по зебре его друзья. В это время на красный стартует автомобиль и врезается в тележку. Да так, что парень выпал со своего пассажирского места. Судя по тому, что в ГИБДД никто так и не обратился, необычная авария обошлась без пострадавших. В Дудинке водитель грузовика «Урал» не справился с управлением, съезжая с горы и завалился на бок. Машина шла с полным кузовом металлоконструкции. Когда вездеход покренило влево, весь груз высыпался на дорогу. Автор видео, опубликованного в интернете, сообщил, что водитель остался жив, а вот двигатель машины восстановлению уже не подлежит. В Красноярском микрорайоне Солнечный на выходные закроют виадук. Переход через проспект Молодежный будут ремонтировать. Рабочие надеются успеть всего лишь за 2 дня, поэтому блокируют мост для пешеходов с 8 часов 2 августа до 20 часов 4 августа. В мэрии просят учитывать эту информацию и выбирать пути обхода.